Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как взять кредит без паспорта. Если вы оформляете заявку и обращаетесь в любой более-менее крупный банк, то вам необходимо будет предоставить оригинал паспорта. Причем даже если вы оформляете и в отделении банка, и даже если вы оформляете полностью онлайн. Это очень важно. Никаких копий паспортов, никаких даже заверенных копий паспортов здесь не подойдет. Самое важное – предоставить оригинал паспорта. В любом банке его будут проверять на подлинность, они просто посмотрят, окей, хорошо, предоставили паспорт. Нет, здесь его будут проверять, и нужно будет предоставить оригинал вашего паспорта, ну и чаще всего смотрят не только на наличие паспорта, но и на наличие постоянной регистрации на территории России. Это также важное условие. Если вы берете кредит онлайн, то вы можете также подать документы онлайн, то есть предоставить скан вашего паспорта. И точно так же какая-то непонятная черно-белая копия здесь не подойдет. Как правило, можно даже просто сфотографировать ваш паспорт, можно его даже не сканировать, но в любом случае паспорт понадобится. Ну и в принципе, даже когда вы оформляете паспорт, вы должны будете, например, оформить либо дебетовую карту, на которую перечислят деньги, либо, например, карта определенного банка у вас есть. Ну и, соответственно, вы уже предоставляли финансовой организации свой паспорт. Поэтому здесь проблем не будет, но в любом случае оригинал паспорта есть. Ну и, кстати, многие клюют на такую удочку, например, гуглят, что можно взять займ без паспорта, это какие-то микрофинансовые организации, но если мы нажмем подробнее на любой кредит, который якобы предоставляет возможность взять без паспорта займ, то мы увидим, что обязательным документом является паспорт, то есть паспорт предоставлять в любом случае надо, поэтому какой мы сделаем вывод? Любой кредит, любой даже небольшой займ не получится взять без паспорта. Паспорт – это самый важный документ, самое важное то, что необходимо будет предоставлять в любой банк. Поэтому без паспорта вы не сможете оформить кредит. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!